чтобы, когда мы выйдем из этого зала, чтобы наше сердце было хотя бы чуть-чуть измененным. Если наше сердце изменилось, то мы не зря пришли сюда, в это место, в эту церковь. Слава Богу. Давайте помолимся. Давайте очистим наши сердца, чтобы Господь коснулся нас, чтобы Бог очистил нас, чтобы мы могли иметь общение с Ним, чтобы Дух Святой прикоснулся к нам сегодня. Давайте помолимся. Господь наш Отец Небесный, слава Тебе и хвала, великий наш Бог, Творец неба и земли. Мы благодарим Тебя, Господь, за любовь Твою, Господь. Мы благодарим Тебя за спасение Твое, Божие. Иисус, мы благодарны, мы превозносим Тебя, великого Господа. Иисус, мы превозносим Тебя, ибо Ты достоин принять всю честь и всю славу, наш Господь. И мы поклоняемся Тебе сегодня, Боже. Я прошу Тебя, очисть наше сердце. Очисть, Господи, от всех мыслей, которые мешают нам сейчас поклоняться Тебе. Очисть наше сердце, Господь, чтобы наше сердце не было засорено нашими мирскими заботами, Господь. Прошу Тебя, Господи, прибудь с нами, Дух Святой. Мы славим Тебя, великого Бога. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Измени нас сегодня, Господь. Господи, открой наши духовные уши, чтобы мы услышали Тебя, Господь. Дух Святой, хвала Тебе и слава, наш великий Господь, наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой, во имя Твое мы молились. С любовью и благодарностью Тебе. Аминь. Аминь. Давайте прославим нашего Господа в духе и истине. Ты осиял небесным.
Течет добро, Господь, мы добро, которое не сравнится с добром, Господь, мы в целом мире, Бог мой. Мы благодарим Тебя, Господь мой, и поклоняемся Тебе сейчас.
вечер прославлю имя Твое. Буду петь, как никогда, всей душой прославлю имя Твое.